Всем привет! Вы на канале FreeBurst. И сегодня будем обзор на Зестахи Леса от компании Flame. У меня, да, подписчики знают, что у меня есть, он есть достаточно давно. Ну а мы, получается, можем начинать. Как бы холлорок, наверное, да. Вот такой он сам по себе. Он Sparking Bay. Он шел без диска и наконечника, но все же он может быть в хороших сборках. Он. Так, следующий у нас это Чайн Кирбиус. Ну да, это Феникс, я знаю. Вот такой он сам. Чайн. Диск Fortis и драйвер металлический Nerve. Вот такой он сам по себе. Выносливый. Конечно, защитный и выносливый сразу. Это радует. Следующий у нас, это, конечно же, Зестахи Лес, ребят. Он от компании Flame, да. Вот такие вот у него детали. Zest. Illegal. И квадра. Так, атака. Защита. Баланс. Ну и стамина выносливость. Ой. Вот такой у нас получается наборчик. Но, несмотря на это, еще у нас идет Эгир. Он идет для Белиала, чтобы улучшить его самого. У меня Девайна пока нету. Может и не будет, но надеемся, что будет, чтобы на него надеть Эгир и Эсгир. Короче, там все сразу. Все по порядку. Рассмотрим коробку. 48 модов. Вот все детали, я уже показал. Тут у нас показывается, как надевается все. Биву детали. Тут показывается, если надеть Кирбиуса на крепость Чайн, то это будет очень интересная картина, что эти защитные лезвия прогнутся наружу. Так. Тут все на английском. Можете почитать. Если книгу еще не видно, ну вот читайте. Вот. Познавательный канал. Еще можно сказать. Вот читайте. Читайте. О, удобно. Надеюсь, вы уже все прочитали. Но можете поставить на паузу. Ну что ж, вот такой вот получился у нас обзор. Следующий обзор будет на Astral Spriggan. У меня он тоже есть давно, очень давно, но все же я им покажу. Ну что ж, вот такой у нас получился видосик. Всем спасибо за просмотр, всем счастливо, всем удачи и всем пока.